В Москве заканчивается тестовая эксплуатация нового автобуса КАМАЗ. Это низкопольная сочлененная машина особо большой вместимости, созданная по заказу Мосгортранса. Во время тестов испытатели водили гармошку по нескольким городским маршрутам, но пока без пассажиров, а с балластом, который имитирует загрузку салона наполовину. Двухнедельный тест-драйв позволил определить реальный расход топлива, а также отладить телематическое оборудование. Дальше модель 6299 ждет обязательная сертификация, тогда как серийное производство запланировано лишь на конец года. Любопытно, что новая разработка создана по современной толкающей схеме, когда силовой агрегат и ведущий мост располагаются в прицепе. Это позволяет оптимизировать компоновку салона, сделав низкий пол в обеих секциях. Отметим, что перевозчики сейчас предпочитают именно толкающие гармошки, так как они заметно просторнее тянущих. Автобус вмещает больше 150 пассажиров, хотя сидячих мест только 44. При этом машина по последней моде обучена приседать перед остановками, а в салоне установлены зарядники для гаджетов. По стилю 18-метровый гигант повторяет более короткие автобусы и электробусы марки КАМАЗ. Но это именно автобус. В движение его приводит турбодизель отдачей 340 сил, а в баке может плескаться до 400 литров солярки. Следующее известие носит скорее развлекательный характер. Volkswagen Crafter довольно давно представлен на российском рынке, а вот его клон, Manta GE, до нашей страны не добрался. Между тем, эта модель продолжает обрастать любопытными модификациями. Так, полноприводная версия немецкого фургонщика внезапно примерила гусеничные движители вместо привычных колес. Правда, на гусеницы машину поставили не сами мановцы, а небольшая австрийская фирмочка Track Systems. Вообще, фирма из Тироля ставит траки на что угодно, хоть на Ford Ranger, хоть на Dacia Duster, ведь вокруг Альпы, а значит, охотники за рекордной проходимостью непременно найдутся. Есть даже услуга аренды этих комплектов, ведь монтируются они практически на любой полноприводный автомобиль, и вся процедура занимает около часа. Что касается самого ТГЕ, то его гусеничное исполнение адресовано горнолыжным курортам, которым, очевидно, нынче не до таких покупок. В этом году альпийские склоны работают буквально для местных, так как гостиницы и рестораны закрыты.